Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас с тобой шестой день. Так, что у нас в этом сундуке? Так, здесь магнитудина, листья, рыбы, короче, всего помаленьку. Только для... нет, это мне не нужно. Для драконьих наездников. Спасибо большое, хотя за предложение заманчивое было. Ну что, друзья мои, открываем с вами бесплатно пак. Это в первую очередь, что мы с тобой сделаем, да? И посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, монетки Одина. А что здесь? Так, крылатый ужас. Кривет. Погибель Хаферсона. О, эпический. Так, руна. Древесина, нифига, кружка какая-то. И опять руны. Неплохо. Так, желательно бы еще получить один пак. Пускай даже хотя бы и с ресурсами. Монеты Одина. И дальше у нас тут ресурсы пойдут. Так, руны. Шестеренка, опять руны, рыба и руны. Все. С этими пока закончили. Так, секунду, что нам тут опять показывают? Монеты Одина. И что? Хрусь и хрясь. Редкий огнеборец. Смотрится, конечно, прикольно, ребята. Огнеборец, да, можно было бы приобрести. Так, давай заберем здесь все, что у нас насобирали наши драконы. Ой, какие красавцы. Так, давай дальше, пускай собирают, пока я не забыл. Так, ты за рыбой. Ты за древесиной. Ты пойдешь за рыбой. А ты у нас за древесиной. Костолом древесину пойдет добывать. Древоруб. Ой, подожди, это не древоруб. Древоруб, вот он. Пускай тоже идет за древесиной. Так, здесь заберем. Кто у нас тут прокачался? А, да, друзья мои, я приобрел себе эксклюзивного громобоезащитника. Также у меня есть громоножка. Так, громоножку, наверное, прокачаем. Так, пускай идет обучаться. Так, и где же у меня громобоезащитник? Покажите мне его. Нет, это обычный громобой, которого нам нежелательно, да, даже прокачивать дальше, я думаю. Вот он. Так, давай дальше его покормим. Получается новая способность у него. И отправляем его на обучение. Так, что у нас еще интересного тут произошло? Давай посмотрим. Здесь мы заберем... Хотя подожди-ка, у нас же беззубик. Что он нам принес? 85 тысяч рыбы, 85 тысяч древесины и опять рыбы. Вот же жук. А я его посылал совсем за другим, если честно. Так, тут заберем янтарь. Тусклый. Слушай, Беззубик, а может быть тебя прокачать, а? Пускай, ребята, он у нас идет на прокачку. Ай-яй-яй-яй-яй. Не получится. У нас там уже все забито, все занято. Так, тут у нас рыбешка. Тут у нас древесина. Кстати, смотри, вот что я еще себе приобрел. Мрачного дождевика. Да-да, именно его. Так, а здесь забираем свои наградушки. Ну, как ты понял, я здесь построил мост, который стоил миллион древесины. И, как видишь, теперь... Так, давай вот это уберем с тобой. И вот это вот. Ценники, конечно, тут сногсшибательные просто. 500 тысяч древесины, чтобы убрать какой-то вшивый камень. Так, яйцекус, что грустишь? Давай-ка мы тебе... прокачаем чуть-чуть. Потом пойдешь обучаться. Так, а ты что грустишь, громокоготь? Понятно, они все готовы, ребят, у меня поднять уровень, но не хватает мест. Так, здесь мы с тобой, опачки, забрали. Так, обучить 3 дракона. Отправить в путешествие. Это сейчас мы с тобой сделаем. Ну что, Беззубик, наверное, пора тебе пока немножко отправиться на поиски. Кого будем искать? Принцесса огнеедов у нас с тобой найдена. Страхокола, может быть? Или вот это гроза прибоя? Ведь солидно смотрится, да? Вот кого у нас нету. Крылатого ужаса. Пора бы его, наверное, нам найти с тобой. Пускай ищет Беззубик нам крылатый ужас. Так, я вот думаю, может быть, нам все-таки заплатить 60. Я сделаю вот так, ребята. Пускай находит мне 3 вещи. Так, Громгильда, что там у тебя? Давай почитаем.
Астрид уже достали эти острокрылые змеевики. Она давно уже толком не спит по ночам из-за их гомона. Может, они дерутся или играют, кто знает. Надо это прекратить. Давай отправим туда Громгильду, пускай она разбирается бесплатно. Сморкала поднимает с земли палку. Ну, и что же он там находит у нас? Давай яйцо. Нет, 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 ну... Фиг с ним. Предлагаю его сразу же отпустить. Он нам не нужен. Отпускаем, да. Так, а тебе отправляем на очередное задание. Пускай летит. Так, сарделька, у тебя-то тут что? Влетев в пещеру, мы увидели еще одного лезвия и крыла. И что же нам достанется? Давай флаг. Мне нужны вот эти вот флаги. Но, по ходу дела, мне дают вот эту штуку. Так, и тогда отправляем его в путешествие. Драконий край, лети, пташка. Ну, а вы что загрустили? Забияка и задирака собирают ночных жути, чтобы решить, как их обучать. Слушай, что это за яйцо такое, а? Здорово, давай научим их принимать новые формы. Скукота, формы — это прошлый век. Надо попробовать что-нибудь. Что-нибудь бесформенное. Так, новые формы. Бесплатно. Все, полетели. Ну что у нас, ребята, тут остается? По-моему, ничего. Это я прокачал катапульту до 3-го уровня. Так, здесь обмен. Сколько у нас вообще тусклого янтаря? Я не знаю. Ну, один, я думаю, можно обменять. Так, где у нас фонарик спрятан? Вот он. 23 часа осталось. Ребят, за 23 часа, конечно же, я не открою. Извини меня. 6 вопросиков, так что это заведомо провальное задание. В событиях что это у нас тут? Ничегошеньки нету. Жаль. Я бы с удовольствием принял бы. Ух ты. Искростраж. Вау. Изваяние кревет. А что она дает? Повысить эффективность сбора всех драконов типа кревет. Да, шикарная статуя. Такие статуи, ребята, очень дорого стоят. И они стоят именно янтарь. Но не тусклый, а нормальный янтарь. Так, заберем здесь с тобой ревард. 5 рун. И листья. Так, еженедельные. Ничегошеньки у нас тут с тобой нету. Так, заберем древесину. 690 тысяч. Не кисло, да? Древесинки мы с тобой. Так, что у нас тут? Кстати, давай посмотрим, что нам нужно найти на легендарного. 4 мяса, 2 четок, 2 лопаток, 15 флагов и 7 топоров. Секир. Слушай, еще много мне ресурсов нужно на самом деле. Я бы даже сказал, дохренище. Ну что, предлагаю пойти тогда нам на арену с тобой. Открываем пак. Ужасное чудовище, громобой, громорог, отпрыск и все. Тогда поехали в битву. Так, у меня здесь, ребят, сарделька, ветрокрыл и древоруб. Эта команда меня устраивает вполне. Так что будем сейчас разносить нашего врага в щепки. Сегодня должны получить 2 пака Одина. Ух ты. Ты смотри, 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 что у него есть, а. И он ходит первым. Так, будем атаковать Фиола в первую очередь, потому что по нему идет усиленная атака. Зеленый бомбит сюда же. Что ты там хочешь сделать? Ага. Вот так вот он поступает. Так, опять ты ходишь. Потом мы ходим всеми драконами. Так что поехали. Сюда. Усиляем нашу команду. И стреляем. Так, что он делает? Смотри-ка, на сардельку все, а? Да, с пониженной атакой сарделька далеко не уйдет у нас. Поехали. Добиваем, наверное, да? Давай добьем. И поджарим чуть-чуть. Слушай, сколько длится-то это? Воу, потеряли сарделечку мы с тобой. Но это ничего страшного. У нас с тобой есть еще порох в пороховницах, так что поджог. Этому хана, я тебе сразу говорю. Сейчас он будет ходить двумя сразу же, да? Вот то, что понизило атаку, это плохо.
Вот что он сделал. Просто хил врубил. Зря. На тебе. Этого добьем. Хотя он может сейчас опять отхиляться. И он так и делает. Ты посмотри, а. И опять он ходит второй раз. Слушай, вы не образили, они мне еще атаку понизили. Они мне понизили атаку. А этот сейчас опять хил будет врубать, да? Ребята, они хотят... А, нет, он не хил. Он кое-что другое сделал. Минус. Ну, а теперь с этим хлопцем будем разбираться. Пускай он там хоть залечивается, хоть что делает. Мы его сейчас должны... Обязаны с тобой уничтожить. Ага. Захрюкал. Погнали. Поджариваем. Он сейчас будет лечиться, поверь мне. Или щит ставить, одно из двух. Лечиться все-таки, да? О, друзья мои, ты прикинь, он на ничью тянет. Он вытянул на ничью. Ты прикинь, фиг его пробьешь. Ну, потому что зеленые против зеленых, ребята, с минимальным уроном идут. Но мы-то с тобой все равно получаем двух дракончиков, так что погнали дальше. Может быть, нам поменять команду? У меня же там есть прокачанные новые драконы. Ну, как новые, старые, но просто прокачанные, я имею в виду. Поэтому они для меня новые выходят. Так, сейчас он ходит, потом два разика мы с тобой пойдем, да? Начнем с Фиола. Фиол мы с тобой очень быстро распишем здесь. Я, наверное, возьму себе Барса и Вебрия. Да. А возьму его вместо кого? Вместо Сардельки. Или же вместо Ветрокрыла. Да, наверное, вместо Ветрокрыла. Так. Добиваем. Поджариваем. Вот он куда, да, переключился. Ну, а ты что будешь делать? На Сардельку. На тебе. Опа, уклонение сработало. Так, ну что, сейчас мы с тобой... Пристоголового-то завалим. Ага, нет, не завалим пока. Сейчас он сходит разок. Ну, а теперь мы его добиваем. Поехали. Последний дракон здесь остался. Да, по-моему, древоруб. Хотя нет, скорее всего, древоруб у меня выживет. Отлично. В чистую выиграли. Все мои дракончики выжили. Так, пак редкий нам выпал, это хорошо. 5 драконов нам еще остается для первого пака. Так, секунду, отмена, отмена, отмена. Хотел же поменять. Так, где у меня Барс и Вепрь? Вот он. Давай, наверное, уберем с тобой Ветрокрыла. А Вепря снарядим, тем более он 10 уровня. Тут еще Грамгильда у меня 10 уровня. Хм... Костолом 9 уровня, кстати, тоже неплохо. То есть вообще отлично, ребята. Так, тройной удар чемпион 9 уровня разряда. Крылатый змеевик 10 уровня. А что у тебя за удары? Можешь посмотреть? Скорость, ага. Снижает силу атаки на 25%. Слушай, ну в принципе прикольно. Может быть, его нам взять? А вместо кого? Вместо Сардельки. Че, попробуем? Вот так у нас тоже получается с тобой соляночка. Ну, солянка я называю, когда разные драконы. Нет одинаковых классов. А у него там две зелени плюс фиол. Так, сейчас посмотрим. Зелень против кого сильно? Против фиола. Блин, против Барса и Вепря. Так, значит, синие у нас хороши против красных. Красных здесь нету. Блин, начнем тогда с этого. Ага. Смотри, что творит. Давай-ка. Да блин, фиол же против зеленых, хорошо. Нет, против синих. Ох, ё-моё. Что мы с тобой сейчас будем делать? Я даже не знаю. Давай, наверное, так сделаем. Понизили атаку. Чувствуется, да? Что бьет слабо.
Ладно. Так, сделаем. Сейчас сходит он, потом опять. А, потом мы... Да ты достал уже, а? Вот этот, да, значит, бомбит своими снарядами мощными. А ну-ка. Этого-то лаварыга я не особо боюсь. А вот этот вот, чепушила, да, наяривает, будь здоров. И он опять свое огонь, а? Успеем ли мы? Вот в чем вопрос. Это сейчас будет хилять. Вот это плохо. И зеленые против зеленых остаются, да? Совсем не айс. Совсем не в кайф. Атака у него, ребята, полная. Сейчас звезданет шаром своим, опять же. Нет, тут не вариант. Что-то как-то солянка здесь плохо у меня получилось, если честно. Вообще никуда не годится. Нет. Ребята, это не дело. Слушай, а у нас же с тобой есть громобой защитник, по-моему. Дай-ка я гляну. Так, змеевик. Громобой где? Вот он, громобой защитник. Вот его я как раз и возьму. Вместо кого? Вместо вот так вот. А сюда верну все-таки сардельку. Поехали. Сейчас посмотрим, пускай будут две зелени и один красный. У него красный, синий и какой там еще не успел посмотреть. Сейчас разберемся, ребята. Так, ну что, в первую очередь нам, конечно же, нужно от скалотряса избавляться, поверь мне. Скалотряс — это очень плохо. А ну-ка. Ага, усиленная атака. Кусает зелень. Конечно, красный против зеленых топчик. Воу. А синий против красных, да? Так, посмотрим. Давай, наверное, так сделаем с тобой. Только не массовую атаку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, что творит, а. Ну что, успеем мы с тобой разобрать змеевика злобного? Ой-ой-ой-ой-ой. Ускоряет. Ускоряет команду, да? Так, ну, у нас еще есть время успеть его запинать. Это, наверное, сейчас будет хилять, скорее всего. А, змеевик ходит. Плохо. Ты посмотри, а, под ускорением два раза успевает сходить. Все, допрыгался кузнечик. Так, теперь мы с тобой делаем баф на усиленную атаку и пробуем с тобой лаварыга разбомбить. Неплохо. Очень неплохо. Даже если он хильнется, но он, скорее всего, щит будет себе ставить. А вот это ты зря сделал. Это ты зря сделал, парень. У тебя был неплохой шанс как-то реабилитироваться, но он его упустил. Поэтому победа за нами. Так, и по-моему, получаем с тобой сейчас пак. А нет, друзья мои, я ошибся. Нам еще нужно с тобой сделать один бой, чтобы подбить дракона. О, красиво. Блин, кревет. Там красный кревет. Друзья, это плохо. Наверное, начнем с разбора кревета в первую очередь. Потому что мы знаем, что он может сделать. И вот этот тоже, кстати, будет жарить не по-детски. Так, поехали. Ты посмотри, как фиолетовые-то, а? Раздухарились. А ну-ка. Замечательно. Так, кревет, ну он просто... А, он укусил даже. Я думал, он будет сейчас стрелять. Что-то опять все на сардельку мою нападают. Так, вот, об этом я тебе и говорил. Сейчас начнет пыхтеть. Все, кревета уничтожили. Давай еще раз пыхнем. Добьют, наверное, мне древоруба. Так, ну что, а мы теперь будем с тобой... уничтожать. Ой, пристоголовые, я вам не завидую. Мы же вас сейчас так разберем здесь. Не хватило чуть-чуть.
Но ничего страшного, даже если он сделает свой суперудар, все равно мы, может быть, сардельку потеряем, конечно. Оу, он ускорение сделал, ты представляешь? Вот это было глупо. Слушай, ну громорог-защитник даже выглядит как-то посолиднее, чем обычный. Не громорог, а громобой. Чем обычный, да? Ну вот и пак созрел. Давай смотреть, древоруб, громобой-защитник. Так, змеевик и сарделька. Сардельки буквально одной карточки не хватает, чтобы прапаться. Так, а мы с тобой оставим на открытие вот этот пак. 8 часов, да? Ну и продолжаем дальше битву. Да я знаю, что все ячейки забиты, что вы мне повторяете? Так, смотрим, кого нам дадут. Ну, в принципе, друзья, должны справиться мы. Должны справиться, и начнем с кого? С громорога. Отпрыска, да, по-моему? На тебе. Хвостом. Сарделька, неужели ты начала нормально себя вести? Без промахов бомбить. Так, что они тут задумали? Так, тот опасный типок. Ладно, фигня. Опять сардельку атакуют. Блин, пониженная атака. Кого ты там хочешь? Все-таки на сардельку, да, прыгают? Ну что, я думаю, им недолго тут осталось веселиться. Минус. Слушай, ну защитник, конечно, он вообще офигенный. Громобой. У него и укус посерьезнее. А того, наверное, можно отпустить. Или оставим для дальнейшей прокачки. Не знаю, ребят, напишите, стоит ли нам обычного громобоя оставлять или все-таки его отдать. 40 тысяч древесины. Я знаешь, что хочу сделать? Я хочу глянуть, посмотреть, сколько он стоит, если его отпустить. Так, здесь забираем свой ревард. Так, он у меня где находится? Здесь, в ангаре. Это он? Это он. Если мы его отпустим, мы получим с тобой 220 тысяч рыбы и 138 тусклого янтаря. Но он у нас 27 уровня. Как бы продолжать, если прокачивать его, то в этом как бы есть смысл. Обучить. Что у меня там в академии творится? Сколько они там будут обучаться? 23 минуты, 23 минуты. Ладно, пускай качаются. Давай за рыбой, быстро, марш. Ты за древесиной. Ты за рыбой. Мелкомрак. Прокачиваем его чуть-чуть. Мелкомрака этого. Я жалко, дальше не могу ничего, ребята, сделать по развитию. Мне нужно 6 драконов, 6 драконов 36 уровня. 6, ты понимаешь? У меня вот Беззубик только 36 уровня имеет. А остальные все тихонько стоят и ждут своей очереди. Вот так-то. Ладно. Посмотрели и будет. Поехали дальше драться. У нас тут с тобой битва. Так, два синих плюс красные. Два синих плюс красные. Так, а по-моему, ребят, здесь будет плохо. Синие против... Ага. Громобоя защитника будут бомбить. Так, ну что, начнем с отпрыска, наверное. По-моему, это отпрыск, да? Громороб отпрыск. Я могу, конечно, ошибиться. А ну-ка, влупим. Блин, синие по красным очень сильно бомбят, поэтому громобои будут бомбить они. Они не отстанут. Ага, змеевик тоже будет, да, его? А, нет. Тогда сделаем вот так с тобой. Сейчас два раза сходит он. Сейчас кому-то крышка придет, да? Я так и понял. Я это предчувствовал. А ну-ка. Замечательно. Так, ну что, пора распрощаться нам со змеевиком. А это сейчас будет бежать. Глушить. И мне кажется, он будет бомбить сардельку. Нет, древоруба. Интересный выбор. Так, кто там? Опять это сейчас будет глушить. Скорее всего, уничтожит мне древоруба сейчас. Но у нас с тобой выбор невелик.
Через отражение будем работать. Давай. А, ты не сможешь, да, разбег свой сделать? Жаль. Давай, бомбани в своего напарничка. Меня ускорь. Блин. Вот. Чудесным образом. Замечательно, и мы добиваем. Вот в этом случае сарделька великолепна. Когда атака врага идет против его самого. 40 тысяч рыбы. Так, нам нужно еще с тобой 4 дракона победить. Ну что же, постараемся это сделать. Так, тут солянка. Синий, зеленый, фиолетовый. В принципе, меня устраивает вполне. Так, змеевик ходит первым, потом ходим мы. Престиголового будем, наверное, прессовать, как ты думаешь? А, у него тоже сарделька есть. Это плохо. Ну что ты там задергался? Наверное, вот так лучше сделать. Усилить себе атаку. А этот ускоряет команду, а ты посмотри. Это плохо. Сейчас они тут будут по два раза успевать ходить. Блин, громобой, почему такой слабый, а? Ну. Так, сейчас уничтожат мне громобоя. Ох, нам повезло. Так, а что это-то? Отнимай. Вот это вот нам пригодится, ребят. Наконец-то я дожил до этого удара. До массового. Ну, уничтожили, да, не спорю, ребят. Так, попробуем, наверное, сделать с тобой следующее. Уничтожить змеевика злобного. Окей. Что-то там задергался. Да ты припарил, а? Ускорение-то свое вешать. На. Так, ребята, делаем баф на атаку. Я думаю, что ему крышка. Все, сарделька. Тебе кранты. Ну что, получается, нам нужно еще одного дракона с вами завалить. Так, 30 кубков. И 40 тысяч древесины. Да, одного дракона нужно победить. Поехали. Кстати, у нас с тобой уже 9 тысяч кубков. Нам еще нужно 5 тысяч. 5 тысяч, это же офигеть. Это очень много, на самом деле. Очень много. Так, два фиола, это радует. Под зеленых как раз пойдут. Поехали. Так, следующим ходит древоруб. Давай сюда. Усилим себе атаку, так уж и быть. Сейчас сходит два раза он. Нет, три раза он сходит. Так, этот что там будет делать? Блин, достали, а. Ну что, добить сможешь? Сможешь. Красава. И небольшой поджог. А, у нас у всех... Нет, не у всех, вот у этих двоих понижена броня. Вот оно что. Так, давай-ка, наверное, вот с этого приступим. Ага. Блин, добить не получится. Что ты будешь делать? Уничтожил. Так, оставь креветку. Креветку, сардельку в покое. О-о-о. Еще и в гипнозе. Еще, ребята, и в гипнозе. Еще и бьем не того. Тут походу... Ну, нам нужно было одного дракона подбить, да? Мы с тобой подбили его. Все. Как говорится, какие к нам еще претензии? Пак мы с тобой в любом случае получим. Да, гипноз это, конечно, трындец. Ну ладно, ничего не поделаешь. А вот и второй пак у нас. Костолом, Престиголов, Громобой и Лаварык. Водорез. Роза ветров. И Ветрокрыл чемпион. Жалко, ребята, что еще одной карточки не хватает до 10 разряда его повысить. Очень жаль. Ну что, вроде бы и все. Все, что мы могли, сегодня мы с тобой сделали. Нет, ну тут еще есть, конечно, пару заданий.
На обменнике. Слушай, а зачем мне обменник? Сонный ворчун. Мне это не надо. Так, здесь эксклюзивный. Это кто такой? Костолом защитник. Слушай, мне кажется, вот этот костолом был бы лучше, чем обычный защитник. Ой, чем обычный костолом, да? 26 рун. Нет. Конечно, нужны руны, но менять я ничего там не буду. Вот он, видишь? А, у нас редкий с тобой костолом. То есть у нас, наверное, будет покруче. Наверное. Так, ладно, в следующей серии у нас еще немножко прокачаются наши драконы. Мы с тобой отправим. Посмотрим по уровню, кто ближе всех. Вот, по-моему, какого у нас уровня? Видишь? Обычный громель. Вот его надо будет тоже прокачать до 36-го. Потом, кого тут у нас еще? Водорез, как ты видишь, готов прокачаться, да? Древоруб. То есть драконы есть. Нужны только рыбы побольше. Ну и чтобы, естественно, ангар у нас тренировал их как можно быстрее. Вот я не могу понять, почему вот эти вот камни я не могу убрать. Необходимо викингов, да, там типа. О, тихо, забираем. 150 тысяч, не кисло? Я считаю, что не кисло. 100 рыбок, всего-то лишь. За 10 секунд, конечно, берем. Сюда можно будет поставить драконов. И, кстати, здесь мост будет улучшаться. Че ты, зеленая смерть? Какая зеленая смерть-то? Вопль смерти. А почему сюда нажал, показали зеленую смерть? Я не могу понять. А, она вот здесь вот, что ли? Ё-моё. Офигеть. Ладушки. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте мы сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.